И всем привет, с вами Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня будет что-то интересное и познавательное. Приятного вам просмотра. Разговор сегодня будет идти о Стиме, а точнее о моей блокировке в системе обмена. Итак, как вы знаете, меня забанили просто ни за что. Просто без причины дали мне бан обмена. Может, из-за того, что я раздавал скины или трейдился с ботами из CS Money, я не знаю, но меня заблокировали. И сегодня мы поговорим о этой блокировке. Итак, когда меня заблокировали, я написал обращение в поддержку. Типа, за что меня заблокировали? Это как бы неправильно. За что? Причина, там, доказательства и все такое. На что мне поддержка не дало нормальных объяснений того, почему меня заблокировали. Это очень странно, и это доказывается во втором обращении. Короче говоря, Steam меня заблокировал, а доказать то, что я обманул кого-то при обмене, они не могут. Они просто этого не могут сделать. Я их просил доказать этого, они этого не сделали. И тут, наверное, у вас возник вопрос. Почему же меня заблокировали? За что? И я вам отвечу на этот вопрос. Все дело в том, что когда я крафчу скины халявные, я их раздаю своим подписчикам, друзьям, ну неважно кому, главное я их раздаю. Steam уже это невыгодно, и поэтому она решила заблокировать меня в системе обмена, чтобы я такие вещи не делал. И Steam решили закрывать мое обращение. Даже во втором обращении они решили его закрыть. По правилам комьюнити, они обязаны мне предоставить доказательства того, что я что-то нарушил. Они же этого не делают, они просто заблокировали и даже не пытаются мне что-то доказывать. Хотя я у них это прошу. В итоге я писал несколько обращений, и их все закрыли. Я писал с разных аккаунтов, писали другие мои друзья. И ничего, ничего! Теперь на всех моих аккаунтах есть строчка «Заблокирован в системе обмена». И ведь я даже не знаю причины, где этот обмен, кого я обманул. Я не знаю, нет никаких доказательств. Поэтому никогда не покупайте предметы в Стиме. Подписывайтесь на мой канал Навасов, ставьте лайки и пишите свои комментарии под видеороликом. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. И не забывайте, что Steam это такая помойка, что лучше уходите, пока не поздно.